أن يزيد طيفور بن عيسى البستامي كان صغيرا. То есть вот это вот Абу Язид Тайфури ибн Иса аль-Бустами, он был маленьким. И когда был маленьким, читал Коран. И первое, что выучил, «Я айюхаль музаммил, кум ил-лейла илля калила». О, завернутый, то есть обращение к посланнику Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, выстаивай ночь, кроме как немного, то есть меньше спи, больше выстаивай по ночам. Тогда он обратился к своему отцу и сказал, «Я аби, я абати, о мой папа». А ком Аллах, кому Аллах обращается в Коране и говорит, выстаивай ночь? А его отец не читал ночные намазы. Он сказал, это хитаб иля наби, саллаллаху алейхи ва саллям. Это обращение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Для него был обязательно молиться по ночам. Для него тахаджуд был фардом. Потом уже, когда дошел до аята, «Инна раббака я'ляму аннака такума адна мин сулутай лейли ва нисфаху ва сулута ва таифату мин аллатина маак». То есть, когда описывается, Аллах, субханаху ва тааля, знает то, что ты выстаиваешь столько-то количество ночью. И также сказано, и те, кто таифа. Таифа маак, то есть группа людей, которые устают вместе с тобой. Тогда он ответил ему, сыночек, маленький сыночек, Абу Язид своему отцу говорит, папа, а что за группа, которых Аллах Субхану ва Тааля говорит? Группа людей выстаивают вместе с пророком. На что отец его ответил, хауляй сахаба, ябуней, это сахабы, о мой сыночек. И тогда этот маленький мальчик говорит, яби, я, то есть, представляете, как-то ихрач, да, такое как-то для отца как-то такое положение его сын поставил. Вот я абати, хурималя тухайбу антакуна, маа наби, саллаллаху алейхи ва маа асхаби. О, папочка, почему ты не хочешь быть подобно пророку и сахабам? На что после этого его отец никогда не оставлял ночную молитву. Никогда не оставлял тахаджуд намаз. Уже при жизни сына, уже через Коран воспитал своего отца. И когда он сказал, потом, когда читал ночью намаз, его сын проснулся и говорит, «Я абати, алли мне саля, усалли маак». «О, папочка, обучи меня молитве, как брать омовенник. Я с тобой хочу вместе молиться». На что он сказал, «Нем иннака сагир, иди спи, ты еще маленький». Он говорит, Кораном отвечает своему отцу и говорит, «Хорошо, говорит, я пойду спать, но когда в судный день, ясдару назя аштаят али юрау а'малахум, когда люди воскреснут в судный день, чтобы увидеть на свои дела, и Аллах, субханаху ва тааля, у меня спросит, почему ты не выставил ночную на молитву, я скажу, я просил своего отца обучить меня, фаху аба, а он отказался». И тогда отец обучил его, как молиться, и он вместе с ним выставил.